еще ко мне прикопался? Пойди от меня, пожалуйста. Шокирующая история с Камчатки. Повар неадекват зверски избил свою коллегу бариста на кухне в кафе за то, что она сделала ему замечание, что он который раз пришел на работу пьяный. Ты с кем разговариваешь? Животное. Чего думаешь, животное? Тебя тут кто-то защитит. Кто не защитит? Уйди отсюда. На самом деле, это самое безобидное, что мы можем показать. Больше минуты жесточайшего избиения ногами по голове и в живот. Оскорбление матом. И это продолжилось даже после того, как еще одна коллега робко попыталась его усмирить. Дима, перестань. Уйди отсюда. Дима, перестань. Ты с кем разговариваешь? Потом еще два коллеги-мужчины зашли на кухню, но и это его никак не остановило. Он еще и за нож схватился. Дима, не перепутай. Дима. Удерживай. Димочка, пожалуйста, брат мой. По-человечески. Дима, удерживай. Ты что хочешь? Я ничего не хочу. Все нормально. Дима, пожалуйста. Просто немножко отца ошибок. У женщины множественные переломы костей черепа и лицевых костей, она в больнице. Ну а неадекват, кстати, после случившегося сбежал. Но его уже задержали, предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Федоров Дмитрий Николаевич. Да, ты же Денеж. 16.02.1982. Я считаю, что нужно опросить как можно больше людей, которые там находились, которые именно живут и находятся в этом коллективе. Мы сейчас рассматриваем ваши характеристики, не терпевшие в отношении вас. Я считаю, что мои характеристики собраны в одностороннем порядке. Цель у меня просто очернить как можно хуже. Вот и все. Заметили? Тихонечко так, в полголоса. Только вот почему-то он смолчал, что уже нападал на людей. В 2005 году жестоко избил девушку в Краснодаре, а до этого в 2000-м был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью после нападения с ножом на мужчину». Ему тогда дали 5 лет, отсидел и вот приехал на Камчатку. Суд заключил его под стражу на 2 месяца, пока идет следствие.